Итак, друзья, снова с вами Латуха. Я хочу рассказать об одном нововведении Гугла. Теперь не нужно, по-моему, ставить антивирус. Я и раньше говорил, что это не особо нужно. Но теперь еще новая тема. Если вы заходите в маркет, у вас сейчас, если маркет обновлен, появляется вот такая вот надпись. Могу увеличить. Что это означает? То, что в Play Market уже встроили антивирус. Причем, который работает на сервере, но... Все программульки, которые у вас установлены, как я понимаю, он тоже проверяет. Для начала он их сравнивает с базой, соответствуют ли они номиналу. Ну а потом уже из своих номиналов вспоминает по базе, когда он их проверял, нормальные они или нет. После каждого обновления программ производителем он заново их проверяет на наличие вирусов. И таким образом он гарантирует вам, что вы уже не цапнете вирусы. Вот такое вот маленькое нововведение. Довольно-таки приятное. Так что вы смотрели небольшое видео по поводу нужности или ненужности защиты на Android-устройствах последнего поколения. Всем пока, удачи, вы опять смотрели видео от Латухи. Чао, надеемся на то, что вы будете с нами.